Короче, конец лета, все, последний день лета. Мы наконец-таки добрались до заката луны. Сегодня будем впервые на море этот закат провожать, точнее. О, какая. Какая. Кайф, ты видишь, да? Мы думали, мы одни будем. Тут люди спят. Там целая семья тут по одному. В общем, рядом спят уже лет 5. Офигенно. Лунная дорожка уходит до горизонта. И такая извивается по волночке дорожка. Привет, тебя не видно, да? Он нюхает что-то. Какие вы все чувствительные, все чувствуете, да? Все, я, говорит, с вами буду тогда встречать, раз у вас есть еда для меня явно. Ну и. Ну все, ваш обед готов. А что так далеко? И куда ты убираешь, говорит? Это, говорит, не пересаживаться, что ли? Можно поближе миску пододвинуть. Это у него в ламы двигаться, говорит. А вон тут у нас закат луны. Скажи, я, может, сытый. Все, говорит, я так-то в безопасности, можно не торопиться. Это если вечером или днем кормят, надо быстрее. Там не холодно. Ну да. А? Вот же собачье существо. Милаха. Да, другая собака там появилась. Интересно. И чё, вот он. Вдруг он сюда припрется, да? Это, походу, черный, которого мы ночью кормили. Вечером, точнее. Мы еще все высматривали, чтобы закат луны был прям ночью, чтобы его точно было видно. Мы думали, что вообще не будет видно, если мы пойдем, ну, в утреннее время. Но вот сейчас закат луны. Сейчас 6:12, где-то 6:30. О! Прогоняет. Потому что мы ему корма насыпали, и он не доел его, но охраняет корм. А может, и нас охраняет, не знаю.
птицы не видно. В общем, думали, что не будет видно, если будет днем. Поэтому все высматривали, когда он будет ночью. Ну, хотя бы там часа в 3 ночи, ну, то есть, когда еще темно. А сейчас почти в одно время рассвет и закат. Вот. В темноте, да, эффектнее было бы. Но, в принципе, и так красота. Луна еще не просто полнолуние, а суперлуние. На максимальном состоянии в Земле. Да, сегодня. Очень большая. Еще из-за того, что август длинный, а первое такое суперлуние успело произойти, это в первых числах августа. Это один из уникальных случаев, когда у нас 2 суперлуния в месяц. Возвращается. Все, говорит, прогнал его в ту сторону. Он, видишь, походил, подделал вид, что тоже ищет еду. И вернулся к своей еде, которую мы ему насыпали. Настолько невкусно. Нормальный корм, все его ели. Что у тебя там живность? Что-то откапывать начал. И не стал. Боится, что мы его клад распознаем. Что очень вкусно. Чайчики разлетались. Что ты меня с утра видишь? Ой, так пока людей нет. Да, и светло стало. Посмотрю, что-то в воде. Да. Пока людей не набежало, и еще светло. Уже светло, точно. Да, их обычно на берегу вообще не бывает днем. Они все на крыше сидят. Чистят пляж как могут. Собаки, чайки, вороны. Вон среди бегают, клюют. Бегают, клюют. Вообще ни разу не видно, чтобы она вот так вот ходила. Здоровый такой. Чайчик. Приветики. Зачем, блядь? Вторая. Ну все, они, если одна приземлилась, то все начинают туда садиться. Как и с крышей. Одна села и начинают все сажаться. О, голуби к ним тоже спокойно. Ну, голуби вот для соразмерности. Насколько чайки больше раза в 2-3. Ну все, дорожку уже почти не видно. Чуть-чуть только видно. И поэтому и не ходили. А? Поэтому и не ходили в утренние часы. Думали, что вот так вот сразу будет. Все равно красиво. Она еще не всегда в море садится. Сегодня в море. Краснеет. Песель облаял. Песель облаял мужика. Одна из фобий в Бакове. Что, тебя облает собака? Ага. Вроде ни разу не слышала. Ну, бывает. Не понравился. Как
Нет, определенно. А он просто еду свою защищает. Но, видишь, пока не хочет кушать, но вокруг еды крутится, вертится и всех отгоняет. Собаку отогнал, мужика отогнал. И другая собака. Смотри-ка, и та собака на него лает начала. Кто он, странный человек? Что-то он подозрительный тип, короче. О, что-то вообще как отверг. Это вот рассвет начался, видимо. Вообще уже сразу так резко, как днем стало. А луна все краснеет, краснеет. О, уже. Даже на камере видно, что красная. У всех своя собака, которая смотрит. О, еще люди пришли. Все, уже красная. Здорово. А может просто нас защищают? Может и нас. Может они тоже ему еду насыпали. Бывает. И зачем тебе солома? Прям на дне. Вот так-то купаться с утра. И, кстати, все слышно, что говорят, да? Она как будто бы растворяется, знаешь. Привет, пятнистый. Может, ты перепелка, а не голубь? Что над ними чайки? Они думают, что это еда. Да, сейчас не сожрут, так обделают. Викуша. Добыча. И нигде больше нет. Интересно, это из-за того, что на ней голубые оттенки есть, она так начинает растворяться, как будто бы. Или, в принципе, засвечивается, и все меньше и меньше видно ее. Солнце же тоже тускнеет, когда в этом месте находится. И она тускнеет, да? Только если солнце тускнеет с мега лампочки, выжигающей глаза до красного круга, то луна тускнеет с красного круга до вот этого. И, кстати, тоже розовеет небо. Он только выше гораздо. Слушай, что такие сумерки, они там, блин, достаточно поздно длятся, там до 9 утра, может. Потому что солнце светит, но еще не выходит из-за угла. Угу. Совсем растворилось. Да, почти не видно. Ловят, ловят еду. Туда, видимо, много на тепло прилетало рыбы. Разглядели что-то вполне такое. Растворяется вообще. Еле видно уже все. Ну, заката толком не видно. Вот, кстати, если вот так прийти в такое время, да? Ну, не на закат луны, а в принципе прийти в такое время. Даже не поймешь, что это луна. Вот она. Все. Совсем. Совсем еле видно.
Да, если бы, наверное, более раннее утро, да, то его еще бы видно было бы, наверное, да. Но это не точно. Да видно. Сколько тут? 4 собак? 5? 6. 6 собак. Даже наш убежал туда. Подозрительная женщина. Видимо, она каждый день купаться приходит утром. Ну все, в принципе, исчезла. Ну, вообще, если прям очень всматриваться, видно. Тогда еще видно. А так вообще не видно. Ну, на камере точно уже ничего не видно. Потому камеру мы выключаем. Все. Это мы вот шли и видели, что здесь хлеба накидал кто-то. И все, голуби поналетели. Все тут в кусках шоти размоченного. Просто хлеба какого-то. Какой? Чепухлый какой. Чепухляш. Вот. При кафешках всяких. При кафешках сразу они пухлеют. А, он тут на прикорме. Шоти ест. Я, кстати, думала, что собаки хлеб не едят, пока не увидела собаку, которая идет и в зубах тащит шоти почти целый. И гоняет их. Ну, может, он и не только хлебом, может, он и голубятиной. Куда вы уходите? Гоняет их. Может, он и голубями кормится, не только хлебом. Подожди, это же вчера. Нет. А, да. Такой... Тот худой был. Да, черный, но худой. О! И так пухлый. Да он играться хочет, вон, видишь, швыляет хвостом. Чем-нибудь, говорит, поиграйте со мной. Смотрите, какой я. А мне во мне. Что мне делать? Чухать. Я кошатник, что вы от меня хотите, да? Это тоже играется. Гоняться за велосипедистами. Все, повалили. Он как кот себя ведет. Ну да, примерно похоже. Большие коты. Ну что, ребятки, пустите нас? Мы можем идти. Thank you.
Он черный, его не видно. А из-за музыки ничего не слышно. Ты черный, да, скажи?